Зараз у системе адукации Беларуси идут змены с мэтой больше ранней профориентации детей. Как показывает опыт, школьники, что загадя робят выбор будущей профессии, далее больше поспехово проходят уступную кампанию. Например, у Могилевский медицинский колледж идут мэты накеравана с шматгадовой подрыхтовкой. С детства мечтала быть врачом. Ходила на факультативы, сама занималась. В этом году, конечно, больше конкуренции, потому что меньше мест. Ну, волнуй. 2 года, 10 и 11 класс – достатковый термин для того, как вызначиться, так бы мовить, примерить на себе роль будущего специалиста, кажут педагоги. По опыту последних 3 лет мы начали работать с 45-й школы. Эти учащиеся более мотивированы к поступлению в медицинские университеты и медицинские колледжи. Зараз формально перавах при поступлении выпускники таких классов не мают, але у будущем плануется ввести некоторые льготы для выпускников педагогичных классов. В прошлом году мы открыли 2 новых класса в 2015-2016 учебном году. Это педагогический класс в средней школе номер 8 и медицинский класс в средней школе номер 45. В этом году мы увеличиваем количество таких классов, увеличивается количество учреждений образования, где будут педагогические классы и медицинские классы. Педагогичные классы появятся у новом научальном годе еще у 27, 34 и 45 могилевских школах. Медицинский класс у школе номер 5 областного центра. Залечение у такие классы идет с уликом среднего балла по выниках базового научения. Татьяна Дмитриева, Денис Бутылин, Новини регион.